Всем привет! Поздравляем наших зрителей и подписчиков с наступающим Новым годом. И пользуясь случаем, скажу несколько слов о новинках Lead. Lead вообще самая вариативная компания, и у них больше всего модификаций экипировки во всех ценовых сегментах. И уже совсем скоро мы ждем еще несколько обновленных моделей. Среди них апгрейд самых популярных шарнирных коленей Dual Axis, теперь еще и Dual Axis Pro. Как утверждает производитель, это нечто среднее между обычными Dual Axis и брейсами Z-Frame. Насчет брейсов верится с трудом, но скоро увидим. Черепахи и панцири с приставкой RealFlex. Очередной чудо-наноматериал. RealFlex — это некий специализированный реактивный гель, распределяющий нагрузку в зоне удара. Бади-протекторы RealFlex — мужская и женская. Бади-протектор RealFlex Stealth. Чест-протектор RealFlex. Черепахи сделаны наподобие 6.5 по новому принципу LEED. Тонкая сетчатая основа и сверху элементы защиты. Также в 2024 появится серия легких коленей и локти RealFlex. Гибрид, Pro, Ultralight. У серии AirFit добавилось слово EVA. Заявляется о улучшенной площади защиты. Body Protector AirFit EVA и Body Protector AirFit EVA Lite. И еще про ботинки. Тут добавится младшая модель 3.5 в варианте влагозащиты Hydra Dry. Как обычно, по названию сложно распознать все изменения, но скоро мы будем смотреть эти модели вживую и, само собой, будем показывать их вам. Еще раз с праздником! Отдыхайте, думайте о новом сезоне и увидимся в новом году. Всем пока!